В Люберцах продолжается капитальный ремонт общеобразовательных учреждений. К 1 сентября школы и гимназии, закрытые на реставрацию, должны вновь встретить своих воспитанников. Как продвигается работа в инженерной школе номер 6, узнали мои коллеги. Обновление инженерной школы началось в феврале этого года. Чтобы уложиться в сроки, строители трудятся в две смены, в каждой по 40 человек. Объем работы колоссальный. В здании 38-го года постройки заменят все, вплоть до инженерных коммуникаций. От старого, по сути, останутся только стены. Здание историческое, здание в достаточно таком удовлетворительном состоянии, так сказать. Поэтому работать приходится очень аккуратно, без вмешательства, так сказать, в несущие конструкции, с сохранением исторического вида здания. На данный момент рабочие демонтируют деревянные перекрытия и занимаются заменой кровли. Параллельно идет монтаж инженерных систем. Большая работа предстоит и над фасадом школы. Здание будут утеплять с помощью современных технологий. Было принято решение данную школу взять капитальный ремонт. Мы вошли в госпрограмму образования Подмосковья. И вот на сегодняшний день здесь достаточно активно ведутся работы. Подрядчик нам понятен, известен. Строительство под постоянным контролем 24 часа в сутки. Воспитанников общеобразовательного учреждения временно перевели в 43-ю гимназию. Сейчас там обучается более 20 классов. В новом учебном году они сядут за парту уже в своей обновленной школе. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.